Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин провел четвертое заседание комиссии по финансовым и экономическим делам ЦК КПК. Он призвал к ускорению модернизации продукции для содействия высококачественному развитию. Необходимо принять меры по масштабному обновлению оборудования и замене старых потребительских товаров новыми. Логистика – важная составляющая реальной экономики. Сокращение расходов на логистику для общества повысит конкурентоспособность отрасли и ее экономическую эффективность. Си Цзиньпин призвал к скорейшей технологической трансформации, масштабной переработке отходов, а также развитию сферы беспилотного вождения.